Безработных южан ждут в северных областях страны. В поисках лучшей жизни они могут отправиться в северный и восточный Казахстан, Павлодар и Костанай. На бизнес-форуме по развитию мобильности рынка труда сообщили, что работодатели предлагают порядка 2000 вакансий. Также на сегодняшний день к нам переехали 136 семей. Это порядка 600 человек. Из них 70% – это трудоспособное население, которое на сегодняшний день трудоустроено и занимается в сфере сельского хозяйства. И 30% – это занимается в частном подворье и своим частным бизнесом. Напомним, межрегиональное переселение началось в 2014 году. Южане меняют прописку не просто так. Это нужно, чтобы обеспечить рабочей силой север и восток страны, где наблюдается дефицит человеческих ресурсов. Регионами прибытия обозначили Акмолинскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Восточно-Казахстанскую, Костанайскую, Павлодарскую и Северо-Казахстанскую области. Туда на добровольной основе направляют жители Алматинской, Жамбылской, Мангыстауской и Южно-Казахстанской областей. При этом большая часть переселенцев – это жители самых многочисленных районов Южного Казахстана – Сарагашской и Махтаральской. Так, в 2014 году в Восточный Казахстан переехали 8 семей из нашего региона, а в 2016 году – 146 семей. К отправке готова новая партия. В Махтарал приехали 61 делегат. Они встретились с 1000 человек, обсудили вопросы переезда в северные регионы. В итоге около 100 семей изъявили желание переехать. Теперь в апреле вместе с представителями управления социальных программ, депутатами, мы отвезем около 50 семей на север, чтобы они смогли ознакомиться с условиями проживания. Нуждаются северные и восточные регионы в специалистах производственной сферы. Туда нужно более 600 человек. В спросе – педагоги, медики, госуправленцы и сельскохозяйственники. Среди тех, кто рассматривает возможность переезда, и студентка колледжа Улжан Жайляу. Это возможность для молодежи. Я учусь на кондитера. Через год закончу обучение. Сейчас практикуюсь на одной из кондитерских компаний Шымкента. Если по окончанию колледжа не смогу трудоустроиться, то могу переехать на север или восток страны. Переселенцев обеспечивают постоянной работой. Вместе с тем, желающим заниматься сельским хозяйством или животноводством, выделяют земли. На сегодняшний день южанам уже предоставили более 7 тысяч гектаров для открытия собственного дела и создания сельских кооперативов. Известно, что в этом году Северный Казахстан планирует принять 300 семей.